Салют, народ, вы находитесь на канале FIFA by Girl, с вами Марина, и мы рубаем здесь, помимо Манчестер Юнайтед, за мой клуб Вудхэм ФК. Это клуб из низшего дивизиона английской лиги. Что ж, летим играть снова? Я играю не все игры, потому что мы убыстряем этот сезон. У нас встреча против Волсала, и, ребят, вот этот... Кстати, я здесь нашла, где изменить настройку стадиона музыку, теперь не будет во время празднования музыка играть. А он мне пишет, что он до сих пор не может быть левым вингером. Неделя. Мы тут ему... я не понимаю. Может, он должен быть каким-то защитником? Давай вот этого, давай. Давай вот этого, чтобы у нас время не тянулось. Не терять время, чтобы... Так, Волсал. Это команда с первого места. Я надеюсь, мы с ней справимся, но будет тяжко, чувствую. Берри, 71. Как развивается пацан? Вуд Парк Стадиум принимает Волсал. Команда со второго места встречает команду с первого места. Но эта игра знает. А Пинто что знает? Блин, Пинта, ну как? Ну это вообще ужасный удар был. Я так надеюсь все-таки, что две команды выходят, что нам не придется никакие, если мы со второго места вдруг пройдем, никакие играть доп-матчи. Но лучше нам с первого выходить, чтобы вообще и денег больше наверняка дадут. Чтобы забыть про все это. Тихо. Ну куда ты... Блин, куда ты такое отдал? Это ошибка моего защитника, но спасибо, там вратарь на месте. Я не поняла, когда он успел карточку получить, но пофигу. Это другой Лабади. Берри, какой ты молодчина. Форма похожа на Локомотив. Так, Гвест, решай. Да как? Как этот вратарь пропустил? Я не поняла. Рикошет, что ли, был? Ну нет, там не было никакого рикошета. О чем я говорю? Он же так пробил. Вратарь, салфетки. Руки салфетки. Фиолетовые, розовые трибуны, розовая сетка. Но потом сделаем зеленый. Пока что так захотелось. Смотри. Ой, ну это руки салфетки. О, вот тут лучше будет видно. Он даже не коснулся. Это очень странная тема. Ну такое не взять. Прям от души вложился. Вот тут вот. Во-первых, защита, как обычно, не поспела. Не, ну такое не потащить никому. Вилкинсон забил. Так, давай замены сделаем. Кук что-то не тот. Что-то не то сегодня. С ним Боуден выходит. Ланэ опять не заметим. Ну, давай Торн вместо Бетса. Ну, это куда? Так, Ланэ, уходи. Варга, я верю в твой скилл. 69 рейтинг, давай. Ну, они пока меня тут... хотел сказать, они меня читают. Ну, кстати, нормальный был удар. В последнюю секунду Берри спасает. Уже 90 минута, 91 плюс. Я, честно, не смотрю за временем, блин. 1-1, но это такая трудовая ничейка. 1-1, ну нормально. Отыграли мы с первым местом, но все-таки было тяжко, я вам скажу. Они очень грамотно оборонялись везде. Не сказать, чтобы они прям прессинговали жестко. Вот если бы они прессинговали, мне было бы тяжело. Папа Джонс Трофи, я его играть не буду. Вообще, мне он абсолютно не важен. Брэдли Морли. Ну, пусть будет, но это да. Разгон, я смотрю, у кого нормальный. Вот у этого товарища разгон неплохой. Это загар. Коул. Ух, смотри, у него там какая-то есть... способность, крепкий игрок. Физика хорошая, да? Коулс, Александр, плеймейкер. Ничего себе, плеймейкер. Пейдж. Понятно. Хоу, Льюис Хоу.
Сопник. Двухметровый. Кстати, можем его на центрального защитника попробовать. Вот, через две недели. Гляди, двухметровый рост, гляди. У нас сопников пока нет, но на ЦЗ, может быть, прокатит. Разыграется, может быть. Фрейзер. Ну, у него что? У него, да, он больше... Он больше вот... Давай центрального полузащитника из него вылепим. Рейно. Ой, ну тут что-то как-то... Тут как-то что-то... Давай просто Напа. Интересно, из него получится просто Нап? Да уж, получится. Давай атакующего. Но это все так. Пейдж. Давай инвертированный. А, тут тоже инвертированный. Ты тоже пока вот так. Стейси. Ну, а потом уже там посмотрим. Да, тут особо не рассчитываю на этих парней. Я. Отчет. Обновлен отчет. Вот. Из Ирландии. Нет, отказать. Отказать. Из Ирландии защитников пока толковых нет. Первый, по-моему, отчет приехал. Саш, ну, без нормальных чуваков. О, доступен отчет. Кстати, значит, можно будет отправить скоро. Точнее, прямо сейчас. Из Франции нападающих тут искали. Но, как вы видите, все. Одного того чувака только нашли. И все. Нет, это все не то. И из Шотландии защитника. Ну, это очень плохие статы. Ну и плюс у нас не самые качественные скауты работают. Давай отправим сейчас скаутов наших. Англичанин работает в Ирландии с уклоном в защиту. Вот этот шотландец. Давай в Германии защитника поищем. И вот этого турка отправим. Давай в Бельгию. Любого. Кого найдет, того найдет. Так, Папа Джонс я не играю. Я сейчас резерв выпущу полный. Против Оксфорд Юнайтед. Мы там Сандерленду проиграли по симуляции. Ну что ж теперь. Вильяреал проигрывает Аталанте в этой вселенной. Быстрый расчет. И 0-0. Ну и ладно. Ничего себе, у нас этот вызывается в сборную. Варга. А у нас кто? Венгер. Ладно. Давай, Тренмер все-таки на дне. 0-2. Пинто и Ланг. Ланг — это наш защитник новоиспеченный. Так, смотри, вот этот вот Рейно завершил. 2 сразу. И давай Динамо будешь. Ага, ЦОП в ЦЗ Хоу перешел. Почему-то нам об этом не пишут. Сразу 2 тоже. Оборонительного плана будешь. Игра решила не писать. Подожди, я что-то не пойму. Мне это надо принять, что ли? А, блин. Ладно. Все, я приняла. Он у меня на ЛФ стал. Короче, ребят, я не понимал. Я думал, у меня все он принял уже. О, этот сразу стал 71 апнул. Прошу прощения, вот этот момент я не знала. Надо выиграть здесь. 1-3. Лане! Вышел, заменил Аргу. И Гуэс забил. Против Мансвилл Тауна мы играем. Они в 4-3-1-2. Вот такая схема. Флеминг уставший, но что делать? Полетели. Флеминга потом заменим, если что. Даже не знаю, на кого. У нас форварда нет нормального. Есть ребята, которые могут просто заменить. Посмотри, какую суперскорость включил. И мы спасибо благодарим его, что он так ударил криво. Бей. Это Уайт, да, по-моему, наш правый защитник забил. Я на шару ударила и... Первый гол нашего защитника, по-моему. Красавчик. Его тоже игра создала. Он на самого начала был. Вон, смотри. Ой, ну это вообще красотень. Джоэл Уайт. Да, первый гол... В 11-м матче.
рука. Поттер, зачем же руками играть? Давненько пенальти не было, и вот... Давай в этот уголок прыгнем. Ой, почти по центру пробил. Берри, я хотел прыгать, но он сам прочитал. Бей. У них вратарь руки салфетки, вообще невероятно просто. Торн забивает, наш резервист. Я еще думала отдать на набегающего, но потом думал, ладно, пробью. Ой, это вообще... Это да. Ну, 2-0. Они били-били, все выше. У них створ, по-моему, и не летело. Не, ну, хотя, может, и был, но с пенальти, если только, да? Гион такой тяжеловатый. Чувак, обалдеть, это гол! Блин, вот они все выше били, наконец под перекладину зарядили. Вот тут вот Гион не успел, но он и не должен был. Там должен был защитник быть, а он почему-то отстранился, Вайт. Не, ну это красивый гол. Лане в офсайде и бьет, ковыряет. А, это не Лане, это Гион ковыряет. Блин, ему надо завершение прокачивать. Я уже не знаю, он все равно не прокачивается. Это какой-то баг игры или не на той позиции мы его используем. Я понять не могу. Два-два. 2-0 вели. Ладно. Сейчас Варга выйдет вместо Гиона этого. Гвест пойдет вместо Флейминга. Да, что делать? В нападении. И Пинто вместо Бетса. Да... Пфф, ну как же? Как же так? Да блин, ну ты что делаешь-то? Ну обалдеть, ну они раскатали меня. Нет, в втором тайме мы плывем. Мансфилд Таун просто на изи с нами разбирается, к сожалению. Посмотри, ну там бей не хочу, двое стоят. Как они так делают? И в обороне замечательно стоят во втором тайме. А ну в первом тайме они полностью провалили. Второй, они что-то с ума сошли. Давай! Давай, Болден! Беги, Болден! Ой, блин, ну что с что в этом матче со скоростью? Ну почему он один на один даже не пытается убежать? Я его, говорю, беги, а его сразу кроют. Был бы там топ какой-нибудь, он бы убежал за секунду. Пожалуйста, Варга. 3-3. Я возвращаю баланс. Это, по-моему, первый его гол. По крайней мере, я не помню, что он забивал при мне. Венгр забивает наш бесплатный трансфер. Смотри, вот тут я думала уже все, труба сблизился сильно. Болден, надо. Нет, этого пацана я продам. Через сезон другой. Это ужас. Это человек, который не выручает. Он сбивает по праздникам. Это был момент стопроцентный. Он его загубил. И сейчас вот они рванули в контратаку. Ну, посмотри, что они делают. Берри спасает. 3-3, ребят, с Мансфилдом. К сожалению. У них тоже, по-моему, оленят там на лого. Что-то у нас ничейки пошли, когда я играю. Мне это не нравится абсолютно. Он говорит, я буду играть. Ты вообще можешь развиться для начала? Мы на первом месте, ребята. Мы на первом месте. Это кто? Это Баро, мы просимулируем. Так, вот таким составом попробуем обыграть или скатать в ничью с Баро. 3-1. Боуден,
хет-трик Боудена. Вот он только забивает, когда не я за него играю. Но это победа, ребят, это хорошо. Ежемесячный отчет о составе молодежном. Ну, в общем, вот этот Морли, у него хороший сейчас стат. Ну, что-то он... Ну, пусть развивается, чего бы нет. Кубок, ребятушки, у нас Англия. С Олдхэмом это нормально. Так, это ирландцы подъехали. Защитники. Ничего хорошего здесь нам не предлагают. Так, ну, Кубок Англии, но задача в 1/8 пройти. Постараюсь. Дождь. Грэм Скотт судит. Полетели. Ну, дома играем против Олдхэма. Олдхэм это команда со второй лиги, по-моему, да? С нами же она играет тоже там. То есть всегда состав очень серьезный у соперника. Блин, накрывают, накрывают. Бей! Да! Джек Лане! Быстрый гол, если до 15 минут, то быстрый. Смотри. Плюм! Ой, ну красиво, красиво. Ну не с острого угла, но... Забил красиво. А в Кубке Англии, если ничья, то... Вот она и случилась, то... Ну, в основное время заканчивается ничьей. То тогда будет переигровка на поле соперника, как вы понимаете. Ну, тут провалились мы. Наш капитан не понял. Хоп-кат забивает. Было опасно. Вратарь на месте. Потерял мяч наш вратарь из виду. Наш Ледюк. Ледюк. Не офсайд. Обалдеть, Ледюк, ну я от тебя ожидала большего. Ребят, ну вот это меня уже не устраивает. Что-то плохо дело. Проигрываем Олдхэму. Ну поздно ты стартанул, надо было раньше сокращать дистанцию. Давай Вайт вместо Лоутона, во-первых, потому что Лоутон на карточке. И Торн вместо Бетса. Все. Нападение, линия нормально пока, меня устраивает. Максимум Кука, может быть, заменю. Был бы Берри, может быть, бы как-то... Обалдеть! Чем он, плечом отбил? Ледюк, соберись! Почему ты так сегодня играешь неуверенно? Нет, не надо давать им даже... Подходить к моим воротам. 3-1-3. Походу вылетаем из Кубка Англии. Моя оборона отвратительна. Он там не в офсайде. Совершенно один. Совершенно. Где был Уайт? Из Кубка вылетим, походу. Фу, вот тут на месте он. Против Лица столько всего вытащил, а здесь... Так, ну ладно, давай замену я сделаю. У нас в сверхатаке все. Ну давай, Варга. Вместо Кука. Все, ребят, это скрипт. Ну, они не забивают. Они ничего не могут. Но, к сожалению, вылетаем из Кубка Англии. Заковыряли, заковыряли. Пошли, еще одну атаку проведем. Смотри, ну, мяч вообще не хотел лететь в ворота. Давай, ну, хватит мне это показывать. Вот тут, смотри. Сильно, да, наверное, сблизился он. Да ёпарасон, ну, хоть бы в руку отлетело.
Вы не устали, ребят? Вы не устали? Дорогие вы мои игроки соперника. Они просто не устают. Поттер. Поттер из последних сил. Да, все. Поражение. Обидно. Обидное поражение, но заслуженное. Вылетаем на самой ранней стадии. 98 рейтинг, в принципе. Я думаю, ничего страшного. Так, это из Бельгии. Мы тут ищем любого. Кого найдут. О, смотри, Лукас Мишель. Подпишем. Вот это да. Вот это он нашел нам кого-то. И из Германии защитника ищем. Мишель, Смишель. Там. Давай этого подпишем. И вот, смотри, Никлас Хан, 1 900 173. Обалдеть. Обалдеть. Сейчас он поизучает, и мы подойдем к этому поближе. Ньюпорт Каунти, Нил Хейер судит. Нил волосы, что ли? Полетели. Давай. Давай, Боуден. Ты же хет-трик делал. Положил здесь гол. Положил. Ньюпорт пропускает. Джей пропускает. Пинта голевая. Он, по-моему, когда у нас капитана нет, ну, Поттера на поле, Пинта сразу автоматически получает капитанскую. Значит, он вице-капитан. То есть у него влияние на клуб. Не знаю, насколько это в FIFA работает, но все же. Ой, ну это... Это естественно. Почему он один там был? Еще второй номер идет, психует. Хотя сам там накосячил. Куда ты сблизился? Азас нам, собственно, и забивает. Варгас. Хорош! Хорош, Венгер. Варга, точнее, не Варгас. Я и думаю, какая-то у него латинская фамилия. Не-не-не. Это Роланд Варга забивает. Здорово подключился. Вот тут прям. Оп! Ну, это хорошая комбинация была. И главное, не на ближку, а на дальнюю послал мяч. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну какого фига, блин, он все время один там оказывается? Ну какого... Блин, почему? Это очень странно. Смотри, опять абсолютно один. Ну где оборона? Ну Берри же не может постоянно спасать. Хилтон забивает. Ребят, я не знаю, что происходит, но очень плохо играем в этом выпуске. Согласна. И из кубка вылетели. Если бы вратарь сейчас сблизился, это все. Но он, Дэй, решил стоять на месте. Флеминг, возвращайся, пожалуйста. Вот тут надо было бить, я что-то зачем-то еще лишний шаг сделала. Фол. Фол! Так, ладно, иди. Бетс, встань на штангу. Он будет бить по-любому. А, не, погоди, не он. Ну как они такое кладут? Ну что там за Криштиану Роналду у них, а, у всех? Так, Варга, давай. Лане выйдет. Кук сюда. Тор вместо Пинта. Пинта очень устал. Ребят, ну, это пипец, смотри какой. Смотри, какой положил. Ну, вратарь, это вратарский гол, он не самый сильный летел. Еще медленнее можно было стоять. Я ждала другого вообще чувака. А что? А почему? А почему их защитник так тупо сыграл? Так, Джек Лане мяч потерял, но тут же забрал. Ладно. Это, походу, из разряда перестрелок. Смотри как. Не, нормально, нормально.
Да опять! Опять он тащит! Ну как так? Три-пять, это Кук, это наш поваренок забивает. Хорош. Флеминг голевая. Вот тут вот защитник проспал момент и с 11-метровой отметки Кук. Ну все, можно чуть-чуть выдохнуть и сказать, что скорее всего это победа. Ну, блин, сами отдали голевую, но Азаз решил пощадить нас. Он нас простил. Вест. Я не знаю, но такие обычно сложно забивать, но мои парни почему-то научились. Это Гвест, прям под перекладину. Ну там прям вот закручиваю, что называется. Смотри, и также у меня Уайт забивал. Но Уайт не настолько круто бил. Этот более острый угол был, ну, красавчик. Ну вот нам, по-моему, писали в самом начале, если я ничего не путаю, что соперник очень много пропускает. Ну мы тоже не сказать, что мало, но вот смотри. Коул или как его там? Не Коул, забыл. Он играет рукой. Надо потащить. Берри, давай. Хотел сказать молодец. Ну угадал, но там было очень сильно. Прям в девятку. Да, ну, может быть, мог бы вытащить. Ребят, 4-6. Койл, да, он пенальти привез. Ну, это вот если бы не игра рукой, вот эта дурацкая, которую игра использует в каждом матче, то сейчас бы было 3-6. Ну, ладно, 4-6, мы обыгрываем Ньюпорт. Было очень тяжко, так вязко, но все-таки мы додавили и справились. Молодцы, парни. Такой счет, конечно, хоккейный. Так, я состав выпущу, наверное, наш полностью. Наш составчик выпущу. Заряженный, потому что Брэдфорд... Хотя у нас разница, но лучше мы ее улучшим, эту разницу. Помчали. Бей. У-ху-ху-ху! Какой голясу от Флеминга с разворота. 4-я минута, быстрый гол, однако ж. 1-0 повел против Брэдфорда наш Вудхэм. О, тут смотри как. Ну да, тут вратарь прыгал, но не смог. Фредерик Флеминг. Хорош Лоутон. Бей оттуда, Пинта. Опасно было. Мог бы и забить. Вот это был бы красивый гол, красавец, но нет. Ну, мы знаем, как они не демонстрируют, а пропустим мы на раз-два. Вот, например, сейчас. Спасибо, Берри. Потащил. Такой опасный удар. Лоутон, ты чего? Вообще ни о чем атака, ни о чем этот Брэдфорд, но они нам забивают. Потому что на втором этаже играют плохо мои ребята. Вот смотри, вот здесь, во-первых, Лоутон упустил, а вот тут вот никто не справился, абсолютно один. Ван-ван, что делать? Как его? Боуден во всей красе своей просто. Такие моменты надо забивать, Боуден. Надо. Но, к сожалению... Нет, я от него буду избавляться через сезон-другой. Нам нужен хороший цапник. Либо я вообще без цапников буду играть. Но точно не ты. Ты там хитрики кладешь, когда мы симулируем игры. Гол! Забивает его Пинто. Я даже не поняла. Я за другого чувака хотела пробить. Как минимум за Флеминга. Я даже не помню уже, как что. Я еще думаю, неужели Боуден? Нет, это Пинто. А, Боуден отдавал голевую вот здесь. Да. Все. Флеминг. Так, Джек.
1-3 Джек Лане забивает. Вот тут слишком сильно сблизился с вратарем, но, опять же, все это пошло нам на пользу. Вот тут смотри, оп, пас. Один совершенно. Бабах. Джеки Бой забивает, красавчик. Надо было ближе подойти. К сожалению, мимо. Уставшие они какие-то. Ну вообще красота. Просто красотища. 1-4. Все просто на изи. В концовке первого тайма... Ну, вот этот парень, он умеет раздавать, этот Боуден. Не, ну здесь еще, конечно, Флеминг супер мастерство продемонстрировал. Но вот бить Боуден не так умеет. Флеминг пусть отдохнет. Давай, Гийон выйдет. Варга вместо Лане. Ух ты, было опасно. Надо издали бить, я поняла. Так, Варга. Ой. Ой, да как? Как ты не забил? Блин, там кто-то карточку получает. Как же так? Боуден надо поменять на Кука. Как же ты не забил, дружище. Ух, Берри на месте. Вот это было опасно во втором тайме. 5 ударов у Пинто, один голым завершился. Снова мы проваливаемся на этих вторых этажах, на этих угловых. Ну что тут такое было? Посмотри. Вот, смотри. Подача. Почему Берри не играл здесь на выходе? Я что-то вообще не поняла этого прикола. Все, 2-4, обыгрываем Брэдфорд. Ой, этот Гийон что-то запарил. Тренер, вы знаете, как мне не по себе, когда я играю нерегулярно. Он еще прикалывается надо мной. Ты вообще только недавно в команду перешел. О каких перестановках мы будем с тобой вообще говорить? Симуляция, быстрый расчет. Надо выиграть здесь, даже с таким составом. 3-1. Флеминг, хет-трик. Ну, замечательно же. 2600 он получал. 2300 будешь получать? Так и хочет 2600. Ладно, давай. Оставим как есть на 2 года. Этим составом просимулируем. Бристоль, Роверс. 1-4. Гийон забил. Гвест дубль. И Лане. Ну, хорошо. 3-1. Гвест забивает Пинто. Ну, Гвест только вот на симуляции. И Флеминг. Ладно. Пускай так. Морли. Ну... Мишель. Вот этот Мишель, кстати, он хорош. У него разгон хороший. 177 сантиметров. Я ему план развития дам. Инвертированного. Нет, ему, кстати, надо быть вингером. У него завершение неплохое. Ну-ка, подожди. Давай я дам ему левого вингера. У него скорость нормальная. Давай, посмотрим, разовьется... Или нет? Хан, вот этот, Германия. 173. Перехваты. Ну, разгон, перехваты. Блин, я не знаю. Давай. Надо ему скорость. Давай инвертированные скорости, перехваты заодно. 8 недель, а что делать? Стейси, понятно. Короче, на карандаше у нас Мишель, Хан, вот этот вот. Загар. Ну, он что-то как-то... Никак не разовьется. Ой, не, ему тоже, наверное, надо быть не защитником, а фланговым. Да, ну нет, он вроде как ближе к защитнику.
Хове этот, Хове. Вот он у нас на ЦЗшника переучился. И это хорошо. Кол... Колс... Юнг. Все такие невысокие. Ну давай. Пейдж, вот у него великолепные статы, но он как защитник, конечно. А как нападающий тоже, да. Может ему на ЦПшника переучиться? Нет, тут он уже не может. Так, Фрейзер, шотландец. И Рейно вот этот вот. Да, ребята. На карандаше у меня, значит, Мишель. Хан, ну, жаль, что ему уже по 17 лет, конечно. Так, трансферное окно открылось. У нас 1 600 000. Я не знаю, насколько круто кого-то купить, подписать. Ну да, все те же самые. Ну, не знаю, будем ли мы кого-то подписывать, правда вам говорю, без понятия, вряд ли. У нас декабрь, а, январь уже наступил, я думаю, через несколько выпусков мы завершим первый сезон, смотри, какой у нас большой отрыв. К сожалению, не вышли мы в дальше, в 1/8 кубка. Тут нам надо за 2 сезона подписать из 4 игроков из молодежки, но одного мы подписали... Гиона, этих посмотрим. Тут вот мы достигли забитым голом. Так, кубок провалили. Я думаю, выиграем чемпионат. Текущее развитие 0%. Значит, все нормально. Мы сдерживаем рост зарплат. Ну, кстати, может быть, может быть. Надо мне и попробовать. Раз мы здесь делаем... Ну, ему 15... Вот этот центральный защитник. Давай я его в старт, в состав переведу. Хан вот этот вот. Давай я его тоже переведу в состав этого Хана. А Мишель. Да, вот этих ребят переведем в состав. И попробуем тогда продать Роуланда. Вот он, кстати, неплох, Мишель. Вот Мишель неплох. Он у меня будет... Резервист. А этому Хану надо еще скорость, конечно. А это Мишель, он, по-моему, у меня, может быть, с этого, да? Флангов я из него делаю, не защитника. Но у этого перехвата, ну, значит, Хан будет на фланге бегать. А этот из защитника в атакующего. Значит, давай сюда. Ну да, недовольны они тут все, но ничего страшного. Посмотрю за ними в некоторых играх. Мишель вот этот перспективный. Ну, это так написано. Он у меня учится на левого вингера в данный момент. Он себе взял какой номер? 30-й, правильно? Правильно. Дальше, Хан, 29-й себе. Вот он перспективный написано. Ну, вот он и по деньгам, кстати, неплох. Он учится на инвертированного, да. Мы ему подкручиваем здесь скорость, перехват, и пускай развивается. Значит, вот этого товарища мы выставим на трансфер Роуланда. Ланга. Ланга нельзя на трансфер. Скорость. Надо бы перехваты ему покачать. Ну ладно, через 6 недель подучится. Вообще, мне надо ему перехваты покачать. Вот. Разыгрывающего. А, О'Брайен. Он вообще у меня не играет. Я его продаю. Он вообще, по-моему, ни одну игру не провел, насколько я знаю. Да, 0. А, 2 игры что-то там играл в кубке каком-то. Колвилл, не знаю, что он недовольный. Этот на трансфере. Да, его них никто не покупает. Гудмана вот этого. Ну, пока не буду, вообще продам. Мёрфи на трансфере. Этот на трансфере. Мур, кстати, один апнул Филадельфию. Он там бегает, 21-летний наш Мур.
Ну, у него разгон плохой, да уж. В общем, будет надежда, что этот парень перейдет в атаку. Вот. Мишель, я надеюсь на это. Хан, он у меня будет в резерве. Ну, в запасе сидеть. И выходить иногда. Роланда мы выставили. И Хова вот это тоже будет иногда задействован. Будем искать нормального ЦЗшника. Посмотрим. Все, ребят, увидимся в следующих выпусках. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем спасибо за просмотр. Увидимся скоро. Пока.